Во второй половине игры красноярцы пытались реабилитироваться, но все случилось по другому сценарию. Началось все с того, что моторный Аляксанян выиграл борьбу за мяч в центре поля. Перед ним было несколько вариантов продолжения атаки. Он отдал передачу налево Хасану Мамтову, тот, получив оперативный простор, продвинулся в штрафную Енисея, а затем выполнил навес под удар головой Романенко. Удар в упор был практически не берущимся, но Ильин чудом спас команду, однако мяч отскочил недалеко. На подборе первым был начинавший эту атаку Аляксанян, закрепивший успех комфортным счетом.